Так, такая рамка стоит 1 евро, 1 доллар. 1 доллар 64 цента. Так, 1599. Это получается 16 евро. 20 евро, 27 евро. Так, чайник стоит 43 евро. 30 евро. 44 евро. Так, телевизоры BBK. Так, 55 дюймов стоит 280 долларов. Этот телевизор Салют ТВ 55 долларов, 300 долларов. А, 55 дюймов экран 300 долларов. Так, это стоит 55 дюймов 400 долларов. О, а это 65 дюймов телевизор, стоит 450 долларов. 450 долларов. Прикольно, 65 дюймов. Так, микроволновка 95 долларов. А самое дешевое 49 долларов. 49 долларов. Так, телевизор. Сколько дюймов? 24 дюйма стоит 108 долларов. 108 долларов. Холодильник Индезит 220 долларов. 220 долларов. А этот 224 доллара. Какой-то смешной, маленький. Так. Масло Лукойл 29 долларов. О, мобил. Это подделка стопроцентная. 100% это подделка. 25 долларов. Так, стеклоочиститель 30 долларов минус 4 литра 30 долларов. Лопата 36 долларов.
36 долларов. А эта большая лопата стоит... Сколько она стоит? Хрен поймешь. 1500 это... 15 долларов. 15 долларов? 15 долларов. Нет. 15 долларов. А это стоит... А, это не 36 долларов стоит, я ошибся, это стоит 3,5 доллара. 3,5 доллара. Маленькая лопата. Так, валенки. Валенки стоят 13 долларов. Ну, самая надежная обувь. 30. Нет, 12 долларов. 12 долларов, а это стоит 8 долларов. 8 долларов. Детские, что ли? Детские сапоги стоят 24 доллара. 24 доллара, 24 доллара, 15 долларов, 15 долларов. Так, эта булка стоит 4 доллара. Дороговато. Это дорого. О, круассаны. А, это стоит меньше 1 доллара. Это меньше 1 доллара стоит. Булка, я тоже ошибся. Я сказал 4 доллара. Это не 4 доллара, а... Это 80 центов, 77 центов. Я ошибся. А, это 40 центов. Не 4 доллара, а 40 центов. Я ошибся. Так, сколько стоит торт? Вот торт стоит 4 с лишним доллара, 4,7 доллара. Торт. Пирожное стоит 1 доллар 2 цента. 1 доллар 2 цента. Пойдем посмотрим, сколько хлеб стоит. Вот этот хлеб называется Гамбург и Кёльн. Прекрасное название, стоит 64 цента. А этот хлеб стоил 1 доллар, это очень дорого. Английский завтрак. Нет, английский хлеб. Интересно, в Англии продается хлеб с названием русский хлеб? Наверное, навряд ли. Вот этот хлеб называется Геркулес. Геркулес 500 грамм стоит доллар. Булка 26 центов. 26 центов. Я не уверен, что ее вообще можно есть. Но при желании можно все что угодно съесть. Было бы желание. Хлеб 500 грамм стоит 80 центов. Вот так он выглядит. Хлеб тихвинский 54 цента 300 грамм. Ну, это местная пекарня, как правило, не очень высокого качества. Хлеб 1 килограмм. 1 доллар. Мать честная, он уже засохший. Так, эта булка стоит. Мини-багет 20 центов. Багет традиционный. 245 грамм. 36 центов. Живем как при коммунизме. Безрукавка женская. Сколько стоит? А, стоит она 10 долларов.
икра лососевая, имитированная, искусственная, значит, стоит 10 долларов, 1 доллар, 1 доллар. Так, это коктейль из морепродуктов, 270 грамм, 3 доллара. Ну, я покупал, ничего интересного нету, вкусного. Так, угу. Что мы здесь видим? Стейк лосося охлажденный. Это вот это. Стейк лосося охлажденный стоит 20 долларов за 1 килограмм. Форель радужная стейк стоит 11 долларов за килограмм. Так, треска филе. Это вот это. Стоит 7 долларов. Так, о, устрица фин де клёр. Одна штука стоит 1,5 доллара. А вот эта устрица стоит 1 доллар. 1 доллар. Такие вот весы смешные. Ну ладно. Так, что здесь? Скидки. Скидки на креветки. Так, креветка. Креветка в заливке 180 грамм стоит $1.80, 1,8 доллара. Так. Краб. Крабовые палочки. $0.74. Так, ну сухари не будем смотреть. Конфеты. Грильяж с орехами. 100 грамм, 64 цента. Прощай, зубы. Здравствуй, стоматолог. Так, это что такое? Зефир. 43 цента за 100 грамм. До килограмма 4 доллара. Зефир. Да, я представляю, интересно, его можно есть или нельзя. Ну, пойдемте мясо посмотрим. Зачем нам зефиром любоваться, правильно? О, рыба, рыба. Так, рыба. Форель филе. Форель филе, это вот это. Так, сколько грамм? Твою мать. 100 грамм, 1,5 доллара. 100 грамм, 1,5 доллара. Значит, килограмм 15 долларов. Так. Чебуреки из котят. 70 центов за штуку. За одну штуку 70 центов. Это то же самое все. Пицца, пицца, пицца. 52 цента. За сколько? За одну штуку. Так, салаты какие-то. Ну, салат 33 цента за 100 грамм, 40 центов. Так, салат витаминный с морковкой, 23 цента за 100 грамм. Котлеты 55 центов за 100 грамм. Купаты. Купаты 47 центов за 100 грамм. Так, кура. Бедра куриные. Бедра куриные 46 центов. 46 центов. Так, это я не знаю, что такое. Какой-то... Мне тоже кажется. Бутерброд. Полтора доллара. Полтора доллара. Какой вес у него? 150 за 150 грамм. 150 грамм. Салат. Из свеклы 1,8 доллара. Свекольный, сколько здесь грамм-то? 400 грамм. 400 грамм, чтобы такое еще посмотреть. Вкусное. Что-то мне ничего не хочется смотреть. О, студень. Студень я люблю. Студень килограмм стоит
сколько это получается? 4 доллара за килограмм. Вкусная вещь. Мясо с жиром. Или как правильно сказать, не с жиром, а... Блин, забыл я, как называется вот эта часть, как она называется. Жир, не жир. Черт его знает. Желе, желе называется. Желе называется, стоит... Как он называется? Холодец, курочка банкетная. Так это куриное мясо, что ли? А, я думал, там свиное. 1 килограмм стоит 44,3 доллара. 4,3 доллара. Ну ладно. Кура. Кура стоит 46 центов за 100 грамм. За 100 грамм 46 центов. Килограмм 4,6 доллара. Сыр натура. Сколько здесь? 1 килограмм. 1 килограмм стоит 7,5 доллара. Сыр сливочный сделан в России. Надо быть последним идиотом, чтобы купить сыр, который сделан в России. Сливочный сыр. Сколько он стоит-то? А, 9 долларов килограмм. 9 долларов килограмм. Ну да. Эти эксперименты я уже над собой делал. Есть это не очень интересно. О, огурцы соленые. Огурцы соленые. Самая настоящая русская еда. Килограмм стоит 1,7 доллара. Наверное, с водой. Цена вместе с водой. А может и нет. Так, сардельки. Сардельки стоят 17 долларов килограмм. Ну да, 17 долларов килограмм. Это была скидка, а так они стоили... А нет, не 17 долларов за килограмм, а я путаю, 1,7 доллара за килограмм, а были 5 долларов за килограмм. Я... Так, сосиски. То же самое, такая же цена. 1 килограмм стоит 1,7 доллара. Вот так они выглядят. С говядиной написано. Написано реклама. Выбирай нежную говядину, аромат пряности. Ага. Да уж. Так, ну что, сколько молоко стоит? Молоко стоит 1,3 доллара за 1,4 литра. Ну, вот это стоит 1,3 доллара. Сок. Или это не сок? Напиток сыворотно-молочный. 1,14. Ну, дороговато для нас. Масло. Масло 200 грамм стоит 2 доллара. 200 грамм 2 доллара. Да уж. Это стоит дешевле. Тысяча озер. 3,6 доллара за 400 грамм. Так, курица. Кура стоит 1 килограмм. 1 килограмм стоит 2,3 доллара. Все подорожало. Молоко обезжиренное 1 доллар. 1 доллар. Так, яйца 10 штук стоит 1 доллар. Ну, 1 доллар считаю, да? Так, а самые дешевые сколько стоят? 90 центов. 90 центов. Это вот такие. О! Кухнутые. 90 центов. Это дешевая цена. Но яйца, наверное, мелкие. Потому так дешево и стоят. 1,3 доллара яйца.
Видите, этикетку прилепили красивую, и сразу же ценник 1,3. Размер тот же самый. Вот $1, да? $1. $1. Так, это мы видели. Сколько стоит йогурт? Давайте йогурт посмотрим. 65 центов. 65 центов. Овсяный йогурт. 130 грамм. Вода сколько стоит? Вода стоит доллар. Эта бутылка стоит доллар. Вода минеральная. Так, сок. Сок стоит $1,7. О, Кока-Кола. Кока-Кола. Сколько стоит Кока-Кола? 90 центов. 90 центов, 1,5 литра. Понятно. Зачем нам Кока-Кола, если есть коньяк? Правильно? Мы же не идиоты пить Кока-Колу. Коктебель. На $5,8. Пол-литра. Трофейный. Дерьмо конченное, конечно. $7,6. Пол-литра. Ладно. Коньяк. Сок полезный. Сок полезный. Такая банка сколько здесь? На 1,8 литра. Стоит $1,7. 1,7. Энергия овощей. А, сколько объем? Так. Твою мать, сколько объем здесь? 1 литр, наверное. А, 0,97. Стоит $1,3. Так, это кто? Уильям Лоусон. Спирит дринк. Виски. $9,5. Вот эти. Но все это пить нельзя. Это все контрафакт. Все это сделано в России. Голова будет болеть конкретно. Ну, то же самое. Так, это 1300, да? $13-14. Цеппелин. Ликер. $9. Кофейный $3. Самбука. Самбука стоит $16. Самбука 0,7 литра. Это по скидке. Самбука. Мартини 1 литр стоит $10. Бьянко. Мартини Бьянко. Так, вино. О, вино из Крыма. 17%. Россия, Крым. $6,5. $6,5. Шато. Какое-то шато. $16. Ничего себе. Вот тебе и шато. Вина Франции. Франция. Гранд Нуар. $10. $7. $23. Шабли. Шабли. Код де Гасконь. О, Гасконь. $9. Да. $9. Санкций нету на вино. Пиво.
пиво. Пивной напиток АБ Блонд 0,33 70 центов. Бельгиан. Бельгия. Пилснер. Айн Зидлер. $1.50. Так, а где Савдеповская? О, вот другая цена. Пиво клинское, русское. 67 центов. 67 центов. Балтика номер 7. Балтика номер 7 это петербургский завод. 57 центов. 57 центов. Ну, это скорее всего дерьмо какое-то. 43 цента. Так, водка. Наша любимая водка. Царь водка. Царь водка. 1 литр 5,6 доллара. О, русский стандарт. Когда-то это была хорошая водка, сейчас не знаю. Платинум. Русский стандарт платинум. 0,7 литра стоит $10. $10. А русский стандарт простая. $9. Оля-ля. О, какая красивая бутылка. 20 лет. Царская. Золотая. 9 долларов. $9. Так, вот самая хорошая водка. Архангельская. Архангельская пол-литра стоит $3.3. О, если хочется быстро выпить чего-нибудь, 100 грамм, стоит 57 центов. 57 центов, 100 грамм. И вы будете в шоколаде. Так, лесная. 100 грамм, $1. Только ради этого можно приехать в Россию, чтобы здесь как следует напиться. Да. Чипсы. $1. $1, 130 грамм. Так, чай зеленый. $1.3. Листовой. Это самый дешевый чай. Гринфилд. Гринфилд. Зеленый чай стоит 90 центов. Сколько здесь пакетиков? 25 пакетов. 25 пакетов. Так, это что такое? Это кофе. Кофе. 1 килограмм. $15. Финский. Финский или нет? 4,6 регион. Это русский. Это русский кофе. Это не финский. Может быть, расфасован в России. Хрен его знает. Кофе. $3.6. $3.6. 250 грамм. Так, где его сделали? Штрих-код какой? 4,6. Это Россия. Не стал бы я покупать все, что сделано в России. Да. Кофе итальянского что-то я не вижу. Итальянцы предатели, значит. Предали меня лично. Кофе мне не привезли. Так, сахар. Сахар 1 килограмм стоит 60 центов. 60 центов. Я знаю, где по 50 продают. Да, сахар. Мука. Мука. 2 килограмма. $1.
Кетчуп Хайнц. Где он? А, вот Хайнц. Кетчуп Хайнц. Ну, он, конечно же, сделан в России. 800 грамм стоит $1.9. $1.9. $1.9. Масло подсолнечное. $1.2. 1 литр. Вот цена. $1.3. Дороговато. Флиппо Берио. Оливе ойл. Стоит $15. Масло рафинированное. Где его изготовили? О, регион 8, значит, Италия. Ну, итальянцы молодцы, реабилитировались. Молодцы итальянцы, так держать. Наверное, мозг есть у людей, раз масло посылают в Россию. Это прекрасно. Это прекрасно. Так, что мы здесь видим? Глобус. Красная фасоль, банка. 400 грамм, стоит $1.3. $1.3. Так, бондюэль. Вино $1.7. Вино красное сухое. Наверное, порошковое. $3. Вот это. Это вино $3 стоит. 0,75 литра. Сколько процентов? Не вижу. Красное сухое. Мерло. Мерло. $3. Оля-ля. Ну, дешевое вино. Если вы пьяница, вам сюда. Жаль, что я не пью. Так, скидка. Это все скидка. Old Barrel. Было видео снято на эту тему, что его нельзя пить. Это яд. Это яд. Яд стоит $5. Это вообще непонятно что. Lucky Ducky. $7. Что это такое? Виски. В наборе с колой. Так, это что у нас? Лагиоза это мороза. Мать честная, не прочитать. Просекко Тревизо. Просекко стоит $13. С двумя бокалами. Uno, due. А это $16 стоит. Золотой резерв коньяк. На французских спиртах. Сколько он стоит, кстати? Я его частенько пил. Тоже пойло для идиотов. Ну что делать? Цены нету. Жаль. Так, водка Белуга. Белуга 1,75 литра. $21. Оля-ля. Бомбео. Перфекто. Холидей. Подруга, подруга, ча-ча, ча-ча-ча, подруга. Сколько стоит подруга? Подруга стоит $4. $4. Что там люди выбирают? Сладкое вино. Сладкое вино выбирают. Какая страна это? А, это вообще не вино. Написано, не является вином. Да. Не знаю. Надо лица не радостные. А где они сейчас радостные? У меня знакомая живет в Париже, она сказала, что у французов в Париже еще более кислые рожи. Мне кажется, по всему миру кислые рожи. Одни американцы смеются, как лошади, как мартышки, блин. У русских есть пословица: смех без причины – признак дурачины. Чего ржут, непонятно. Они же не лошади.
Может быть, жизнь прекрасная у них такая, я не знаю. Я думаю, что это особенность культуры Америки. Ржать постоянно, без причины. И всем весело. Почему русские не смеются? А почему финны не смеются? Почему в Цюрихе никто, сука, мне не улыбнулся? Ни одно животное в Цюрихе мне не улыбнулось. У всех точно такие же были кислые рожи в Швейцарии. Ну, в Скандинавии, понятно, у всех кислые хари. Это ясно. Да по всему миру кислые хари, наверное, кроме Америки. Кроме Америки. Так, сколько помидоры стоят? Почему мне смеяться? Помидоры стоят 2,3 доллара. Парниковые помидоры, которые сделаны из пластмассы. Что хорошего? Так, креветки лучше посмотрим. Так, креветки стоят 5 долларов за килограмм. 5 долларов за килограмм. Такая вот креветка смешная. Я не разбираюсь в креветках, конечно. Так, полкило, 1,6 доллара. Фламенко. Сливовидные томаты. Настоящие красные томаты. Ну да, так мы вам и поверим. Так, что еще посмотреть-то? Смотреть-то даже ничего не хочется, ей-богу. Ничего интересного нету. Клубника. Замороженная клубника. Так, клубника 300 грамм стоит 1 доллар. 1 доллар. 300 грамм. Но она кислая, правильно? Она выморозилась, и там уже сладость вся ушла. Чай. Чай здесь, да. Кофе. Ну, кофе на скафе. 2,6 доллара маленькая банка. Побольше 2,7. То же самое, такая же цена. Здесь 190 грамм, а здесь 95 грамм. А цена одна это... А, это по скидке. Это скидка. Скидка, блядь. Да. Еще баночку какао. Отобрала такое? С витаминами брала. А только вот видишь, вот оно, ашановское. Вот с таким значком мы уже выпили. А сколько стоит? 1,2 доллара. Ну это 1,3 евро, да? 1,2 доллара. Да. А здесь больше и нет какао. 300 грамм какао. Да, да нет и ничего, конечно. О. Я даже не знаю, сколько это в долларах-то. Извини, хрупко. 7 рублей. 35. Это 0,6 цента. Да. И вот видишь здесь 100 грамм, ну, да. 123. Ну, да. Хрутка очень дорогая. Хрутка. Хрутка. Как это перевести даже на русский? Хрутка. От слова хруст. Хрутка, хруст. Так, наверное, я сам не знаю. Кто придумывает, сука, эти слова в русский язык? Деревенские рыла. Брали 320. Ну, Гринфилд. Сколько он стоит? 350 рублей. Он был 320. Нет, сейчас 350. Нет. У нас его навар. 100 пакетов. Зеленый. Нет, зеленый дальше. А здесь зеленый этот дальше. Зеленый дальше. Зеленый этот это. У нас есть, я вчера проверила. Вот. У нас достаточно. Чай подарочный, травяной. Так, зеленый. Наверное, дальше, да. Зеленый чай. Смелитель. О! Смелитель. Вот он. Гринфилд, слышишь? Это Black Tea. Нет. Black Tea. Зеленый с мелиссой. С мелиссой. From Melissa. Green tea from Melissa. Так, вот он. Вот, Green Melissa 3,5 доллара. Возьмем? Ну, ну да. 100 пакетов. Оля-ля. Брали 320. Ну, был 320. Теперь считай на 30 рублей дороже. Сложные времена диктуют непростые цены. Ой, господи, да. Да. Ну мы к ним не привыкли. А какой еще зеленый? Ну Акбар зеленый. Вот он стоит дешевле. 100 чайных пакетиков стоит по скидке 1,8 доллара, а там 3,5. В два раза дешевле. Акбар. Давай что возьмем, попробуем. Давай пакеты. Ну а что там читать? Где вы это сделали? Более маленький пакет для 100. 200 грамм. Нет, 200 грамм. Здесь сколько грамм? Посмотри. Здесь 100 пакетов. Здесь, наверное, заварочный. Нет, 100 пакетов. Здесь 150. 150. А здесь сколько грамм? А здесь 200 грамм. О, 200. Какая выгода. А какие пакеты? Если треугольником, то лучше их не брать.
пакетированный. Классический. Зеленый чай классический. Ну это он без мелиссы. Без мелиссы. Зеленый чай классический. Ну пакеты, черт его знает, какие там пакеты. Не знаю, слушай. А кто его разделывал-то? А где он сделан? Да, вот в какой деревне клепают? Московская область, Подольск. Москали. А здесь? Москали. А здесь кто его делает? Здесь так здесь мелко. Всё, здесь мелко написано, вот что. По-русски надо смотреть. Может быть, в Америке делают его? Да, изготовитель. Навряд ли. Мы тоже. А, нет, Ленинградская область. О-ля-ля, это Ленинград. Это Петербург. Ленинградская область. Это его делает высшая раса. А это делают на... деревенские рыла. Правильно, не надо нам это. Мы возьмем, где сделано в Петербурге. Да. А подожди, у меня лупа есть. Чокопай. Чокопай. $1.7, 360 грамм. Это что такое чокопай? Это... А, эти... Такие... Какие-то... Как их назвать-то? Да, Санкт-Петербург. Чокопай. $1.7. 12 штук, 360 проспект грамм. Проспект Большевиков. Проспект Большевиков, да? Ну, да. Прекрасно. Вот это капучино. Капучино. $8.5. Капсулы Нескафе. Капсулы Нескафе. Сколько капсул? 16 капсул. $8.9. Да. И это еще недорого, наверное. Ну ладно. Так, вот касса самообслуживания. Касса самообслуживания. Помощник ходит. Видеть, начните сканировать, оплата только картой. Начать. Сканируйте штрих-код или введите код товара. 12 рублей. Пакет стоит 12 центов. Нет, 1,2 цента. Ну ладно. Килограмм $4, да, $4, мякоть, лопатки свиная, 1 килограмм, $2.8, но здесь один жир, тут половину вырежешь и выкинешь, хрень какая-то. Так, это как называют, вареники с творогом сладкие, $2.3, вареники, пельмени, рыбные с кальмаром, мачесная, рыбные с кальмаром, пельмени, порядка $2, около $2, что ли, да. Пельмени «Цезарь» с отборной говядиной. 700 грамм, $3.3. $3.3, $4, 4, 5, $5.6, $5.6, 800 грамм, правда. $3, почти килограмм, бульмени. Наверное, здесь котята, я так думаю, мяса здесь мало. Так, $4, 700 грамм, пельмени со сливками, как это понять, со сливками, идиоты. Фарш на молоке, пельмени сочные, фарш на молоке,
$1.2 400 грамм. С ума сойти. Так. А, колбаски шашлычные. $2.3 400 грамм. $2.3. 100% из мяса с собственных ферм. О, $1.7. 400 грамм. Так, это что у нас? Бургер классический. $2.5 из мраморной говядины. 360 грамм. 360 грамм стоит $2.4. Бургер говяжий. $300. $2. Охренеть. Так, фарш. Фарш говяжий. $400, $2.5. Да. Пойдемте посмотрим, сколько стоит пицца. Пицца. Так, пицца. Так, 4 сыра стоит она. $5.8. $5.8. Написано здесь: миром правят слабости. Это точно. Мы все слабые люди. Так, пицца Маргарита стоит $4. А это, так, 365 грамм. Пицца пепперони на тонком тексте. Стоит она $2.9. $2.9, 320 грамм. Римская. Основа для пиццы. 67 центов. Римская. Блин, оборжаться. Ла Тратория. Две тонкие основы для пиццы из каменной печи. Как это понять, не понимаю. Сколько она стоит-то? Наполитана $3.5, а это $5.7. $5.7. Сделано руками. Сделано руками. Ресторан в вашей духовке. Зотман Айс Пицца. 4 сыра. Оля-ля. Стоит $5.5. Ну, почти одинаковые цены. $5.5. Что там еще интересного есть? Ничего. Стейк рибай из говядины. 250 грамм. А, мраморный. Из шейки свиной. 1,6. Так, 200 грамм. А сколько здесь? 200 грамм. $1.7. Ну ладно. Так, а еще? Это что такое? Так. Голяшка говяжья. 1 килограмм стоит $7.8. Дороговато. Мороженое. Мороженое. Самое дешевое 25 центов. Оно уже умерло. Ты что? Это тесто, да? Тесто надо, наверное, тесто. Пробовать. Сколько оно стоит? 190. Дрожжевое, да? Да. Это $1.9. А просто 1 килограмм. Дрожжевое тесто. А то бывает у меня слоеное было. Ну тут не слоеное, вот. Слоеное дрожжевое, Ашан. А сколько тесто оно стоит? 64 рубля, это 64 цента. 54 цента, а сколько здесь грамм? 500 грамм. Ну, это 500 грамм, а там килограмм, да? Да. Ага. Ну, вот это возьми. Ну, возьми это. Штрудень для выпечки с яблоком и изюмом. $2.2. $2.20. А там дальше какое-то. Ну, там дорогое все мясо. Здесь мясо они не продают. Вон там с левой стороны мясо. А вон здесь. Ну, здесь такое, ну, дорогое. Дешевое было там. Но там оно сплошные жилы. Я посмотрел, я обалдел. Я не знал, что такое мясо бывает. Столько жил в мясе.
А вон дальше, дальше мясо. Нет, вот. Ну вот, корейка свиная, это к ней относится? Mm-hmm. Да, мякоть корейки свиная, сколько стоит? 450 рублей, ни хрена себе. 451 рубль, килограмм. Морда-то не треснет у них от таких цен? Это еще каждый день. Это еще дешевая фирма, 4,5 доллара. Пошли они в задницу с такими ценами. А это, что? Уже, видишь, зачеркнуто. Мякоть лопатки 2,8 доллара. О, 1 килограмм. Ну, это скидка. Да, было 400. Ну, давай возьмем это. Я думала, может, вот здесь тоже жира, половина жира вырежешь. И все в жиру. Вот эти пленки, я их... Здесь все в жиру. Здесь, ну, здесь хитро так заложено. Смотри, здесь кожура от кирзовых сапог. Это можно сапоги военные сшить из жира. Ну, то же самое сделано специально на жиру. На таком. Вон, видишь, как специально сделано. Ой, здесь жира-то как. Да, специально. И черная этикетка. А он тянущийся жир. Да, да, да. Это несъедобное. Это несъедобное все. Это несъедобное все вырезать. Это есть нельзя. Здесь жидкости много. Смотри. Да, да, да. 100 грамм. Воды налили специально. Это будет еще дороже. Ну, оно было заморожено, сейчас разморожено. Да, да. Сначала заморозили, потом разморозили. Водички добавили. Все, как мы любим. 400 грамм. 108. Ну, это 400 190, грамм, да, это будет, да, 4 доллара будет, килограмм 4 доллара. И то даже больше, потому что 400 грамм. Гуляш из свинины, ну здесь костей будет много, 400 грамм 224 рубля, охренели. Не-не, это дорого. 400 грамм 2,2 доллара. Шницель из свинины. Ну, здесь, ну, здесь 400 грамм. Ну, это будет 800 грамм, это получается 4,5 доллара. Это вообще дорого, это конский ценник. А здесь 470, это 4,7 доллара. Ну, почти 5 долларов. Вот, пожалуйста. Так это еще и с костью. Это с костью? Рагу, рагу. Ребрышки классические, я не знаю. Ребрышки это вон то. Да. Рагу свиное. Нет, это мы брали там одни кости. Еще и ценник конский. Да, нам это все не по карману, конечно. Может быть, работать пойти, что ли? Сыр. 7 долларов килограмм. О, какой сыр, я такой первый раз вижу. Господи, что это за сыр такой? Что это такое? Значит, здесь... Сколько грамм-то, черт? 60 грамм, 2 доллара. Не понимаю, что это такое. Это, наверное, не сыр. Где он сделан-то? Как будто бы не русский сыр. Да. Штрих-код 2. Где его сделали-то? Я думаю, это импортный. Твердый. Фасованный, грамма. Так. Где его сделали, черт побери? Я не знаю. Сколько он стоит-то? Пармезан. Стоит 15 долларов за килограмм. Пармезан 15 долларов. Это все русские сыры. Так, сыр с плесенью. Голубая плесень. Стоит у нас 1,8 долларов за 150 грамм. Так, это все русский сыр, это все русский сыр. Радость вкуса, ореховый с фенугреком и вкусом грецкого ореха. Стоит килограмм 8 долларов, да. Надо быть идиотом, чтобы купить такой сыр. Yeah.